Сейчас мы наблюдаем обыкновенную серую ящерицу. Обратите внимание, у этой ящерицы немного повреждена задняя ножка. Серые ящерицы имеют размер от 15 до 18 сантиметров, 10-11 сантиметров из которых приходится на хвост. Окрас коричневый. Эти ящерицы питаются мелкими насекомыми, улитками, слизнями, дождевыми червями. При этом они удерживают их мелкими зубами, неспособными к разжевыванию, и проглатывают их целиком. Серая ящерица хорошо плавает, спасается от врагов, она может нырять, прятаться под камнями, закапываться в ил. Заметив врага, ящерица замирает. При его приближении прячется или быстро убегает. Отбрасывание хвоста – это способ самозащиты. Ящерица прибегает к нему только в крайнем случае, когда нет другой возможности спастись от нападающего. Отпавший хвост шевелится, судорожно извиваясь. Восстановление хвоста занимает довольно длительный период. У взрослых особей около года. Позвонки хвоста заменяются хрящевым стержнем. Новый хвост заметно темнее, чем старый. На зиму живородящие ящерицы забираются в укрытие на глубину 30-40 см под землю и остаются там до весны.